Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня подведены официальные итоги голосования по выборам президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны. Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной. Ведь, по большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы. Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой. Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость. Дорогие друзья, благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и в своем будущем. Благодарю вас.